Привет, ребята! Опять у нас с вами посредник. Все течет, все тает, погода просто прелесть. Солнышко светит, у нас март месяц. Я задумал приготовить балык. Давайте сделаем вкуснейшую рыбу. На ее изготовление уйдет у нас месяц. Вот, поехали, попробуем сделать такую вкуснятину. Погнали, погнали, ребята! Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Все. Поехали. Все еще такое заснеженное. Рыбу тщательно чистим от чешуи. Делаем надрезы. Отрезаем все ненужное. Голову, плавнички. Все это у нас пойдет на уху. Рыба у нас горбуша, вот такая голова, прекрасная из нее будет уха. Отрезаем брюшки. Брюшки тоже будем сушить. Плавники тоже нам не нужны, тоже отрезать. Хвостик, все это будет прекрасный навар для ухи. Так, спиной плавник тоже нужно убрать. Вот он такой балычок получается. Вот он, сам балык, то, что нам нужно для сушки. То же самое делаем и со второй. Ну вот, ребята, эта часть головы здесь, плавнички. Это у нас пойдет в уху. Будем с вами готовить вкусную уху. А вот эта вот часть, вот наши вот с вами брюшки, такие вот. И самое главное, наши спины, вот они у нас идут в балык. Что мы сейчас делаем? Сейчас нам нужно все это дело засолить. Сейчас нам все это нужно засолить. Все это мы промыли. И будем солить. Так, нет, сначала давайте насыпем соль. На дно сыпем соль. Соль используем крупную. Не жалеем. И теперь на соль укладываем нашу рыбу. Ее тщательно в соли обваливаем. Пересыпаем. Вот такие брюхи у нас соленые получаются.
Вот такая вот у нас получилась соленая рыба. Сейчас вот я второй таз наберу воды. Это у нас будет пресс. Теперь ставим ее в прохладное место под пресс на недельку. Периодически будем переворачивать и перемешивать. Вот так вот у нас солится рыба. Всю ее переворачиваю, промазываю солью. Рыба уже дала сок. Выглядит уже аппетитно. И так каждый день в течение недели ее переворачиваем, и она у нас стоит под прессом. Неделька у нас прошла, нашу рыбу необходимо промыть. Тщательно ее всю промываем, все, что там отслаивается, еще что-то, все выбрасываем, чтобы рыба была у нас чистая. Все тщательно промываем от соли. И вот ставим ее вымачиваться на 3 дня, периодически промывая, и потом ее вывешиваем на 3 дня на солнышко. Она у меня вот в такой вот сушке. Кстати сказать, вымачивать нужно в ледяной воде, чтобы рыба была упругая. Вот такие вот уже подвяленные чуть балычки. Сколько они у меня? 2 дня они у меня уже здесь вялятся. Видно, вот они такие вот уже подсыхают. Брюшки вот уже сохнут. Ну и вот сейчас вот уже заключительная стадия. После сушки на солнце убираем, вялится в тень. В тень на месяц. Брюшки надо забирать пораньше. Брюшки иначе пересыхают. А балыку месяц, ну самое то. Вот через месяц вот у нас получились вот такие вот брюшки. Видно, да, что они маленечко пересохли, где потоньше. Но вкус от этого не испортился. Съелись они достаточно быстренько. Надо брюшкам, ну, 2 недели достаточно. Месяцев для них, конечно, много. И вот у нас сам балык вот такой получился. Вид у него такой подкопченый. Тверденький, упругая такая рыба. Сразу же вызывает аппетит. Она такая жирненькая. Несмотря на то, что это горбуша, она достаточно такая много выделяет жира. Ну и в общем, можно ее сейчас убирать в холодильник, в мешочек полиэтиленовый.
Одну мы сейчас съедим. Вот такая вот она получилась внутри. На разрезе. Будем сейчас ее пробовать. Режется легко. Достаточно. Съедается также быстро. Вот такая вот получилась у нас рыба. Замечательный балык получился. Всем приятного аппетита. Не забывайте подписываться. Всем пока. Увидимся на канале.